На Сахалине из-за метели закрыли несколько участков автомобильных дорог. Автобусы до Невельска и Холмска не ездят до улучшения погодных условий. Из-за отсутствия видимости и образования снежных заносов, в целях недопущения ЧС, 25 января закрыли движение для всех видов автотранспортных средств, за исключением транспорта оперативных служб и высокопроходимой техники на участке станицы Северная Хандаса, Тымовская. В настоящее время там работает техника дежурных служб. Также закрыты участки дорог через Ловецкий и Холмский перевалы. Автобусы до Невельска и до Холмска не ездят до улучшения погодных условий. Администрация Анивского округа открыла пункты обогрева в Доме культуры села Огоньки по улице Советской, 10 и в Доме культуры Анивы по улице Калинина, 81. Портовый город Холмск Сахалинской области оказался отрезан от внешнего мира. Об этом пишет телеграм-канал ЧП Сахалин. Холмск фактически изолирован из-за циклона. Выбраться из города невозможно ни в сторону Чехова и Невельска. Дороги закрыты в этих направлениях. Сейчас перекрыли трассу на Южно-Сахалинск. На месте выставлены посты ГИБДД. Вчера метель нарушила авиасообщение на острове. Из-за экстремальной непогоды в аэропорт Южно-Сахалинска не могли вылететь несколько самолетов.